сыграл ничью против шестого уровня Stockfish. Играл черными. И играл достаточно быстро. Ну, первые, кажется, один или два раза проиграл. Вот посмотреть можно историю. А я сдался. Тут вот выиграл человек с таким большим рейтингом. Там он прозевал королеву. Потом еще и башню. Видимо, расслабился. Вот, проиграл. Против Stockfish. Мат мне поставил тут. И потом ничью второй раз. Со второго раза ничью. Как-то вот быстро всю игру покажу. Тут он выигрывал. Мог бы выиграть. Тут начал отдавать свои пешки. Просто-напросто мог сбить пешку, но не захотел. Вот тут мог подогнать пешку и защитить эту пешку, но опять он не захотел. Если бы я вперед, он, допустим, бьет, а он блокирует себе путь. Я могу этим гнать теперь. Вот в чем смысл. Тут он напросто мог эту спешку бить, но он с королем подошел. Я бью, он бьет. Он теперь опять мог бы бить эту спешку, но он опять что-то не бьет. Не бил. Вот я сбил. Потом сбил. И он этого опять не бьет. Я думал, эту пешку может удастся провести. Ничья. Я думал, не буду я тут с ними играть, лучше ничью сделаю и все. Сперва выигрывал. Вначале где-то я ошибки сделал, посмотрим. Мне нужно было второго коня выводить. Так я его вывел. Тут избил. Мне не надо было бить.
А мне надо было поддеть этого коня, чтобы он не мог эту спешку защищать, а потом я бы ее сбил. Тут я вот все правильно сделал. А только надо было не королем бить, а слону. Как-то не заметил. Так у меня ухудшилось. Вот тут он подлез. Почему-то его просто бью. Надо было подсунуть. Ему нужно было тут идти и пешку вот эту сбить, потом эту, потому что незащищенная. Ну как-то глупо. Видимо, тут он ищет лазейки, как мат построить, поэтому это глупо поступает. Тут нечасто.